Сегодня около половины первого ночи жители Краснодара проснулись от громкого хлопка, похожего на взрыв. Как сообщает один из подписчиков, в районе 10-15 минут первого с аэродрома совершили вылет два истребителя, вероятно, МиГ-31. Скорее всего, их и слышали жители Краснодара, когда они вышли на сверхзвуковую скорость. Для примера показываем полет сверхзвукового истребителя. Вот специально снял, потому что происходит это не первый раз, чтобы все увидели. И это сверхзвуковой самолет. Сохраняйте спокойствие. Никакой подтвержденной информации о взрывах на данный момент нет.